А что с бабами делать, говорит Эдуард. Незнайка обращается к бабам. Оставаться здесь вам опасно. Манс-налетчик идет сюда с армией, а за ним идут кое-кто похуже Манса. Пошли с нами в Черный замок, найдем для вас работу, спасем. На что баба говорит, при всем уважении, сэр Ворона. Пойдите нахер. Да, Крастер нас бил, и даже хуже. Ваши братья Вороны били нас, и даже хуже. Мы пойдем своей дорогой. Вот. Гениально. Куда? Куда? У вас вы пойдете, блин? На север и на юг дорога есть. Да. Больше у вас дороги нет. Там покойники стадом идут, а тут жить будешь дальше. Какая у тебя своя дорога? Вдоль стены ходить, что? Или... Ну, что за чушь вообще? Ну, это сильная женщина, как ты понимаешь. У нас она многое претерпела и вот пойдет по-своему. Ядрит твою налево. Вот у вас все свободны от общества, свободны от географии. И самое главное, мозгов свободны от мозгов, да. Херь какую-то несут. Это стандартный из всех фильмов ужасов вариант. Там бегает оборотень, который только что взвод солдат в бронежилетах порвал. Такой тетенька выходит и говорит: я взрослая женщина и могу о себе позаботиться. Угу. Сейчас ты о себе позаботишься. Давай, да. Нет, она обязательно уходит. И по закону жанра, вот именно ее-то оборотень почему-то не сожрет. Почему-то. Вот 30 талот он сожрал в касках вместе с касками. Да. Тетеньку не берет такая не берет. Херня. Да. Но это гениальный сценарий, я считаю. Незнайка задает вопрос. Вы хотите остаться здесь? В убежище Коросты? А баба дает толковый совет, на удивление. Сожгите дотла. Дом дотла вместе со всеми упокойниками. Вот здравый совет дала. А потом она-то куда денется? Зимой в лесу без нихера. Не знаю, блин, да. Это для начала еда, шматье. У них там поросят куча, куда поросят девать всех? Санки, я не знаю. Ну, в пожаре же жарить, наверное, поросят, я не знаю. Ну, поросят – это же еда, блин, вы куда их? Санки, запрягайся и волоком тащи. Что делать-то, блин? Ну, ты сама жить не хочешь, так-то она пожилая женщина. Ну, так там есть помоложе, которые сильнее тебя жить хотят. В них гормон еще бурлит. Мало того, у них там дети всякие. Детей, кстати, не показали как-то. Ну, кроме грудных младенцев, свежерожденных. А я так понял, смена-то где подрастает? Он мальчиков в лес носил, а девки, дети должны быть. И что, ты их не хочешь спасти, что ли? Не. Чушь какая-то. Не, вот. Мы сами разберемся. Блин, это все портит. Это портит. Раздражает. Раздражает. Беседы отличные. Я мужу своему, по твоему совету, капель накапала. Это прекрасно. Шизофрения. Ты беременная? Тоже. Ну, а это что такое? Так нельзя, блин, я считаю. Дальше будет еще хуже.